конечно, своим ребятам, партнерам. Мы 20 лет вместе. Я хотел, чтобы мы все вместе шли вперед дальше, строили новые фабрики, ставили себе новые планы, рисковали, были смелее и были здоровы, счастливы, берегли своих близких. С днем рождения, Юта! Ура! Женщина пришла к гинекологу, и он мне говорит, сколько у вас было мужчин? Она говорит, трое. Он говорит, немного. Она говорит, да, блядь, так себе денек сегодня. Один раз, и ты не пожалеешь. Доктор, вы знаете, после развода с женой я очень потолстел. Что мне делать? Он говорит, блядь, заканчивайте праздновать, друг мой, заканчивайте. Я желаю вам, чтобы ваши станки, они не просто стояли, чтобы они у вас работали, работали и работали. Это все чувство, это ощущение, это эмоции. И то, что вы сделали за это 20 лет, это огромные, большие души за вас. На 10 лет мы обычно дарим чайники. Амбициозный план успешного бизнеса, финансового благополучия, стабильности и процветания. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество, искренне надеемся на дальнейшее плодотворное партнерство. Желаю вам вашему быть здоровья, процветания, вам стабильности. Металл и стекло – это то, чем вы занимаетесь. Дамы и господа, у вас в гостях Михаил Шуфутинский! Михаил Шуфутинский, пусть разливается, пусть зажигательская не унимается. Девочки, что кругом голова, ах, новые верочки, сегодня все для вас, добрый вечер, господа. Расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. Здорово! Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Сегодня все аплодисменты принадлежат только вам. Только компании «Юта» и тем, кто сегодня в гостях у этой компании. Все хотят теплоты и ласки. Я, во-первых, хотел бы сказать огромное спасибо нашим сотрудникам компании, которые помогли это все организовать, потому что, мне кажется, они сделали классный праздник, и я вообще очень люблю своих сотрудников. Ребята, большое вам спасибо. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Спасибо.
Будьте счастливы, будьте мне здоровеньки все и богатеньки. Всего вам доброго, до свидания. 2 сентября